Хорошо. Господь, благодарим Тебя. Спасибо Тебе за это время. Спасибо, Боже, что мы можем учиться у Тебя, вникать в Твое Слово и поучаться тому, чему Ты хочешь нас научить. И, Боже, чтобы это мы могли растворить верой в наших сердцах и применить для того дела Божьего, которое Ты нам доверил, и туда, куда Ты, Боже, нас будешь посылать, и из тех мест, в которых мы приехали сюда учиться, обучаться, Боже, чтобы Твоя слава, она распространялась, и чтобы Твое еврейское мессианское служение и Твои Божьи церкви в это время восстановления, они поднимались, чтобы Ты, Бог Израиля, прославился, чтобы Твоя истина и Твоя правда, она распространялась по всей земле. Спасибо Тебе, дорогой. Я очень Тебя прошу, благослови моих дорогих братьев, сестер. Боже, благослови наши семьи, наши дома, там, где мы, откуда мы родом. Благослови наши служения. Боже, мы очень просим Тебя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо, дорогой наш любящий отец, папочка Авину. Спасибо. Амен. Амен. Хорошо. Давайте откроем книгу Берешит, Бытие, 6 глава. Шестая глава. И здесь я когда немножко готовился, я впервые здесь увидел, здесь речь идет о завете, именно в этой главе. И вообще слово «завет», оно на древнееврейском означает как «союз», да. И оно имеет обозначение «брит» или «берит». Новый завет мы знаем «брит хадаша», да. На греческом это слово называется «диатеке», то есть это договор, соглашение, распоряжение, контракт, союз. Вот, то есть это основной смысл завета, основное понимание завета. И, безусловно, этот завет, этот союз, он предполагает обоюдное выполнение соглашений тех обязательств, которые есть между двумя сторонами, которые заключаются между двумя сторонами, чтобы соблюдать эти обязательства. И мы с вами читаем в 18 стихе, в 6 главе. Бог говорит: «Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». То есть что мы здесь с вами видим? Кто заключает завет? Бог. И с кем он заключает завет? С Ноем, да? Бог заключает с Ноем завет. И когда мы с вами прочитаем в контексте всю эту главу шестую, то можно задать вопрос, а была ли какая причина или несколько причин, чтобы Бог заключил завет с человеком, Бог заключил завет с Ноем? Были какие-то причины, да? Правда, были какие-то основания. Ну, в 5 стихе вот, мы можем увидеть, что написано, ну, и до этого, что было велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбил в сердце своем. Да? То есть мы видим, что было велико развращение человеков на земле. И в 8-9 стихе еще одна какая причина, что Ной, он был праведный человек. Да? Написано, он обрел благодать перед очами Господа. Это был человек непорочный в роде своем среди всех тех людей, которые жили, тогда Ной ходил перед Богом. То есть мы видим, что Бог выделил Ноя, назвал его праведным, непорочным. И ну, это как минимум вот такие вот основания для того, чтобы заключить с Ноем завет. Ну и мы знаем, что произошло. Произошел суд, наказание, да.
И в чем суть этого договора, этого соглашения Бога с человеком? И какие условия говорены в этом завете, если мы с вами внимательно почитаем? То есть в чем суть? Почему нужно было заключить завет с Ноем? Чтобы спасти. Чтобы спасти человечество, да? Чтобы пришло спасение, потому что было великое зло в то время среди человечества. И мы с вами читаем дальше с 19 стиха, что Бог говорит Ною: «Веди также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых». Еще мы видим часть Божьего намерения, да, чтобы спасти все живое, мужеского пола и женского пусть они будут, и из птиц породу их, и из скотов породу их, и из всех присмыкающихся по земле породу их, и из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какой питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей. И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал. То есть мы видим, что Бог намеревается спасти все человечество, да, но все человечество, Бог раскаялся, что он сотворил, Бог выделяет Ноя и спасает его семью, как мы читаем в 18 стихе, но также Бог желает спасти все живое, весь животный мир. И у меня к вам вопрос. Было ли это обоюдное соглашение, выполнение каких-то обязательств? Или по-другому я задам вопрос. Даны были ли какие-то условия? Безусловно. То есть Ной что-то должен был тоже делать, правда? Ной должен был что-то предпринять. То есть была часть Бога, да, этого завета соглашения, и была часть Ноя, человека. И мы видим те инструкции, те указания, которые Бог дает Ною. И в 22 стихе написано, как повелел ему Бог, так он и сделал. Да? Очень хорошо. Очень хорошо. 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 И когда мы с вами дальше читаем 7 главу, да, читаем 8 главу, как это все происходило, как Ной с семейством и весь скот, они вошли. Проходите, Валентин Романович. В ковчег, потом был потоп, да, кроме тех, которые находились в ковчеге. И дальше мы с вами видим в 8 главе, что воды убывали в продолжении времени. Потом был выпущен голубь, да? И в 18 стихе мы видим, что Ной, его сыновья, жена, жены сынов его с ним, все звери, все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим вышли из ковчега. Закончилось это очень неприятное наказание, да, казалось бы, очень такое жестокое, но Бог, он против всякого беззакония, против всякого греха. И в 20 стихе написано, что после того, как они вышли из ковчега, Ной устроил жертвенник Господу и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». То есть мы видим, что Ной, он взял определенную ответственность, да, он выполнил все то, что повелел ему Бог, он это все в точности исполнил.
И более того, он устроил жертвенник, да? То есть он принес, написано, из всякого скота чистого, и в 21 стихе Господь обонял приятное благоухание. То есть, когда мы это читаем, но он не только получил спасение, да? Но дальше, когда мы увидим в контексте с первого стиха, он еще и получил награду. 9.1. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Ну и так далее. То есть мы с вами видим, что после того, как Ной совершил все, что поручил ему Бог, он исполнил, он еще и получил благословение. И я почему об этом как бы так говорю? Потому что для нас с вами очень важно, и мы это увидели, допустим, на примере нашей общины, нашего служения, и мы об этом будем говорить на этой неделе. Для нас с вами очень важно не только, чтобы мы получили спасение и были уверены в этом и успокоились. Но есть больше, чем просто наше спасение. Есть еще награда, есть еще благословение. Поэтому с первых просто вот, ну, человеческой истории, да, уже чуть позже, после Авина Кавеля, да, мы видим, что есть это благословение, есть эта награда. Потому что вообще Бог не говорил Ною, если мы внимательно почитаем, делать жертвенник. Вы согласны, да? То есть, если мы смотрим с вами Писание, то есть, ну и сам это сделал. И Господь, Он принял это приятное благоухание. То есть, все, что... Да, благодарение Господу. Все, что связано с жертвой, это всегда приятно Богу. И когда мы рассматриваем о служении, о жертве нашего служения, о заботе о людях, о вникании в нужд, людям, о помощи людям, то, безусловно, через наше служение мы совершаем наше спасение. Через наше служение мы совершаем наше спасение. И, естественно, мы получаем какую-то награду. Вот об этом мы тоже можем читать в Библии. Вот, хорошо. И, вы знаете, я так думаю, что... поскольку мы уже с вами начали, по Божьей милости, так по чуть-чуть двигаться, я думаю, что мы с вами можем разбирать Слово Божие, Библию в таком ясном, простом, таком библейском, иудейском смысле, в толковании Библии как пшат. То есть, чтобы у нас было ясное, простое толкование, понимание, вот, чтобы нам было просто и понятно. Хорошо? Хорошо. И следующее упоминание о Завете, оно содержится в 9 главе. В 9 главе, где уже мы с вами читаем, есть определенные обетования этого Завета. Давайте прочитаем с 8 стиха. «И сказал Бог Ною и сынам его с ним, вот я поставлю Завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душою живою, которая с вами, и птицами, и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. Сказал Бог, вот знамение завета, который я поставлю между мною и между вами, и между всякой душой живою, которая с вами в роды навсегда. То есть мы видим в роды навсегда, в завет вечный. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета, между мною и между землей. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке,
И я вспомню завет мой, который между мной и между вами, между всякой душой живой во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти, и будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душой живой во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною, вот знамение завета, который я поставил между мною, между всякой плотью, которая на земле. Интересные очень стихи. И когда мы с вами читаем 11 стих, какие мы видим обетования, говоренные в этом завете? Так. И не будет уже потопа на опустошение земли, да? И не будет истреблена всякая плоть. То есть мы видим определенные обещания, которые говорит Бог. То есть Он заключает этот завет, Он заключает это соглашение, да? И Он говорит, что этого не будет и этого не будет. То есть если Бог говорит, оно обязательно так произойдет. Правда? Амен. То есть Слово Божье, оно непоколебимо. И как долго должен был действовать этот завет? Где это написано? В 12 стихе, да? В роды навсегда, да? И еще мы видим, где это написано? В 16 стихе. Завет мой и завет вечный, да? Мы видим. То есть как долго... То есть это вечный завет, нерушимый завет, в роды навсегда. И какое знамение этого завета? Радуга. Радуга. Да? В 13 стихе мы видим знамение этого завета – радуга. Следующее упоминание о завете, которое Бог заключает с человеком, это 15 глава. Здесь у нас уже появляется наш драгоценный Авраам. Да? Да? Дедушка Авраам. С первого стиха. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». И дальше мы с вами читаем. То есть мы видим, что Бог говорит, «Я твоя защита». Я твой щит. Кое-что мы видим о награде, которая весьма велика, очень большая. И мы помним, что обещал Бог Аврааму. И дальше в 4 стихе. «И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». То есть речь идет о Ицхаке. «И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он менил ему это в праведность. То есть мы видим, было слово Господа к Аврааму, и говорится, даются какие-то обещания и обетования. И 18 стих. «В этот день заключил Господь завет, мы видим, с Авраамом, сказав, потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки Ефрата». То есть мы видим, что здесь появляется у нас Авраам, и Бог заключает с Авраамом завет. И говорит о потомстве и о наследии на земле. И интересные детали мы с вами можем увидеть в этой главе, которые помогут нам с вами дальше двигаться. Ну, давайте прочтем с 9 стиха. «И Господь сказал ему», здесь Господь уже говорит Аврааму, «Возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего овна, горлицу и молодого голубя». И он взял всех их, рассек их пополам, то
то есть речь идет о жертвоприношении, и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И дальше читаем с 15 стиха. Или же давайте мы прочитаем 17-го, извините. «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из огня, как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными». То есть 17 стих, он соединяется с 9 и 10. То есть есть повеление о принесении в жертву животных. И вот 17 стих говорит о том, что поднялось пламя огня, поднялся дым как бы из печи и прошли между рассеченными животными. И, да? То есть что мы с вами видим? Мы с вами видим жертвенник. То есть еще до заветных отношений, Бога с человеком, мы помним, что Авель, он принес дар Богу. Жертву от первородных стада своего, да? Помните? И когда мы с вами внимательно изучаем это и смотрим, что в самом начале пути человечества потребность служения Богу, она заложена просто в природе человека. То есть это само признание Бога того, что Он есть Бог, Он есть сущий, это Его повеление, Он всем распоряжается в мире. Он вчера и сегодня во веки тот же. То есть он так устраивает, что он так говорит, что для него это важно. То есть и он открывает через эти жертвоприношения себя человечеству. И вот он об этом говорит Аврааму. И дальше мы с вами читаем 17 главу. 17 главу. В процессе мы с вами будем все как бы теснее эти все места из Писания, эти события соединять. Давайте с вами прочтем завет с Авраамом, потомками, завет вечный и знамение этого завета – обрезание. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною, будь непорочный, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое, и Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо сделаю тебя отцом множества народов. И весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя». И какие ближайшие потомки Авраама? Еврейский народ и сын Авраама по обетованию. Исаак, сын Исаака и Яков, да? И когда мы с вами будем читать, вот вы можете вспомнить, что те же заветы Бог заключал с сыном, потом с внуком Яковом, потом с потомками, вот, с еврейским народом, да, мы видим, что выходят на арену и другие народы и так далее. То есть для Бога очень важно заключать вот этот завет, иметь соглашение с человеком. «И поставлю завет мой между мною и тобою», и 8 стих, «и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». То есть мы видим уже намек на землю, да, и мы видим намек на избрание, что он дает эту землю во владение вечное. Напомню, что ни один народ в мире, кроме еврейского народа, он не имел такого обетования, обещания на землю, да? Вы это знаете, только еврейский народ, он получил это. Вот, поэтому, ну, есть по этому поводу несколько разных историй, там, например, у грузин, у армян,
Вот, что Бог отделил грузинам такую землю, армянам другую, ну и так далее. Вот. Кабардинцам, балкарцам, да. Вот. И написано в 8 стихе, в последних строках, «И буду им Богом». То есть мы видим избрание народа, Бог дает землю, что Он будет ихним Богом, я ставлю завет. И дальше. «И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой». Ага. «Соблюди ты и потомки твои после тебя в роды их». То есть была часть, ответственность перед Богом у Авраама, да? Соблюсти этот завет, исполнить его, выполнить и передать это своему поколению, передать это другим поколениям из рода в род. Ледор ведор, из поколения в поколение. Соблюди ты и потомки твои. То есть мы видим, есть уже в самом начале ответственность человека перед Богом. Мы вообще стараемся, когда мы что-то изучаем, когда мы что-то слышим, какие-то проповеди, учения, мы стараемся в нашей общине всегда напоминать людям о том, вы уже ответственны за то, что вы слышите. А безусловно, взять ответственность за то, чтобы взять, исполнить и применить. То есть, знаете, сразу как бы, это не то, что как груз какой-то, какая-то такая приходит, вдохновляющая, радостная мотивация. Понимаете, когда мы слышим, то, что уже мы слышим что-то, это уже в нас что-то поднимает перед Богом. Вот и Авраам, он услышал от Бога, соблюди этот завет. Вот, и у кого семьи есть, или там будущее ваши дети, там внуки, да, вот у меня есть дети. Безусловно, когда мы думаем о наших детях, о нашем поколении, то мы же, конечно, им желаем самого лучшего, правда? Если мы несем какую-то ответственность за наших людей в наших служениях перед Богом, конечно же, мы им желаем самое лучшее, чтобы они состоялись, правда, как служители, спасенные, верующие, чтобы были плоды в их жизни, и так далее. Вот, поэтому Бог сказал об этом Аврааму, соблюди этот завет, но не только ты и потомки твои, то есть передать это, научить. «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя». И знамение этого завета, да? Обязательное. «Да будет у вас обрезание, весь мужеский пол». Да? Знамение завета мы с вами видим. Хорошо. И давайте мы с вами пойдем дальше. То есть Бог выбирает себе человека, Бог выбирает себе группу людей, Бог выбирает себе народ, с которым Он хочет строить взаимоотношения, да, и Бог хочет строить в этих взаимоотношениях, Он вкладывает в эти отношения определенные требования, определенные правила, определенные условия, и через эти взаимоотношения, через эти условия, через эти соглашения Он хочет открыться как всемогущий Бог, как Элохим, как Яхве. Он хочет открыться человечеству, чтобы исполнить Его волю и чтобы совершился Его план на земле. Для этого Бог поставляет завет, договор, соглашение. И наоборот, Он свою волю и свои намерения благие, и свой план Он подкрепляет вот как раз заветными взаимоотношениями. Заветными отношениями. Естественно, через
выполнение нас с вами, как Его детей, этих заветных соглашений, или в данном случае Авраама, мы можем приобрести благословение и награду. Правда? И Бог сказал об этом Ною, благословил его. И Бог сказал об этом Авраам. Награда твоя велика. Хорошее для нас ободрение. Но для тех, кто исполняет, для тех, кто соблюдает это обоюдное соглашение. Правда? Хорошо. И в книге «Исход», в книге «Шемот» мы дальше с вами видим, что Бог заключает завет закона с народом Израиля, да, как раз с Моше, через Моше, да. Вы открыли уже 24-ю книгу «Исход», да. И в этой главе Моисей, которого Бог избирает, 24-я книга «Исход». Моисей и старейшины, они приносят всесожжение и освящают этот завет. С первого стиха. Моисей сказал, и Моисею сказал он: «Взойди Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним». Ну, мы знаем, что это уже за события, да? Еврейский народ вышел из Египта. Недавно мы с вами праздновали Песах. Это вспоминали. И вот до Шавуота мы продолжаем выходить. Выходя, выходить, да? Лех-леха. Поэтому у нас скоро Шавуот. Будем радоваться Торе. Вот, и излиянию Руаха Кодыш, Духа Святого на нас, да? Хорошо. Значит, это время вот как раз исхода. «Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним. И пришел Моше и пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали: все, что сказал Господь, сделаем. Своими словами осудимся, своими словами оправдаемся. И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенники 12 камней по числу 12 колен Израилевых. И послал юношей и сынов Израилевых, и принесли они всесожжения, да, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. И Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, другую половину окропил жертвенник, и взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета. Отмечайте, пожалуйста, это нам пригодится, потому что мы с вами будем перечислять такие составляющие, основные части различных заветов, которые включают в себя схожие какие-то элементы завета, заветных соглашений. То есть, что туда входит. Еще раз прощем. «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». И 11 стих. «И он не простер руки своей на избранных из сынов Израилевых, они видели Бога и ели и пили». Я специально так остановился на окончании 11 стиха, то есть мы с вами помним, что после того, как приносилось жертвоприношение, да, когда выливалась кровь,
И потом, когда уже готовилось мясо этих жертвенных животных, то его нужно было употреблять в пищу, да? То есть должна была быть какая-то жертвенная трапеза. И вот написано, что они ели и пили. Они видели Бога, и они кушали то, что было в жертвоприношении. Это нам пригодится с вами. Они принесли с собой жертвенное мясо, и эта трапеза, она составляла часть церемонии заключения завета. Вы согласны со мной? Хорошо, давайте теперь дальше с вами прочитаем. Буквально пару стихов. Пару стихов, которые нам это тоже подтвердят. Это 31 глава Берешит, Бытие. Немножко мы возвратимся. 31 глава. Здесь говорится, как Яков и Лаван заключили союз. Вы можете отметить это в 44 стихе. А мы с вами прочтем 54 и 55. «И заколол Яков жертву на горе и позвал родственников своих есть хлеб. И они ели хлеб и ночевали на горе». То есть мы видим, что закололи жертву. Ну, понятно, что они ели не только хлеб, хотя прямо наши глаза видят, что написано «хлеб», но, естественно, они ели жертвенное мясо, правда? «И встал Лаван рано утром и поцеловал внуков своих и дочерей, и благословил, и пошел, и возвратился Лаван в свое место». То есть мы помним, какая была у них длительная, многолетняя история между Яковом и Лаваном. Но вот написано, что они тоже покушали. Очень интересно. И 26 глава. Тоже книги Бытие. 26 глава. С 26 стиха здесь Авраам и Авимелех. Ну и друзья Авимелеха. С Исааком, извините. «И пришел к нему из Герара Авимелех и Ахузав, друг его, и Фихол, начальник его». И Исаак сказал им: «Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» Они сказали: «Мы ясно увидели, что Господь с тобою. И потому мы сказали: поставим между нами и тобою клятву». Появляется новое слово у нас, да? В заветных каких-то таких обещаниях клятва, да? И кроме того, есть еще Иаков и с Лаваном, если вы прочитаете 31 главу, они поставили во свидетели в заключении союза памятник. То есть ставятся какие-то камни, вот, которые являются напоминанием, какая-то географическая местность, название какой-то местности. И мы здесь видим слово «клятву», да? «И заключим с тобой союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром, теперь ты благословен Господом». И 30 стих. «Он сделал им пиршество, и они ели и пили. И встав рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром». Все заканчивается достаточно очень... по-семейному. Как нас? Да. Да. Форма завета, свадьба. Да. Да, очень интересно. Вот, хорошо. Значит, мы с вами просмотрели так вкратце, бегло, ну, достаточно так то, что для нас необходимо в сфере нашей этой недельной темы. Мы с вами увидели, как был учрежден Ветхий Завет, закон, Танах, да, можно по-разному это назвать. И давайте мы с вами посмотрим и просто вспомним, для нас будет хорошее напоминание, как же был учрежден Новый Завет, Брит Хадаша. Мы с вами помним, что Иешуа, наш Мессия, он находился в Иерусалиме, в Верхней Горнице со своими учениками, Талмидим, и он должен быть скоро распят. Вот мы это
Его должны были предать. И откройте Матфея 26 главу. Евангелие от Матфея 26 глава. И мы с вами прочтем. Как говорится, напоминание возбуждает чистый смысл. Так что пусть у нас будет все в контексте Писания. 26 глава Евангелия от Матфея, с 20 стиха. «Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал...» То есть мы видим слово «ели», мы знаем, что это за событие происходит, это пасхальный седер, да? Иешуа с учениками вспоминает пасхальную жертву, выход еврейского народа из Египта, вот. И когда они ели, сказал им: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня». То есть, ну, вы помните, через это еще открывается один смысл вот пасхального седера и тех блюд, которые должны были находиться на пасхальном столе, да? «Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается, лучше было бы этому человеку не родиться». При этом и Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» Иешуа говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, кушали, Иешуа взял хлеб, благословил, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Придите, примите, идите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемое в оставление грехов. Сказываю вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Амен. Мы с вами закончим. Перерыв.